Здравствуйте! Вы на канале «Зеленые питомцы». И сегодня я займусь пересадкой своего бонсайчика в свежий грунт. Это фикус Бенджамина Наташа. Ровно месяц назад я снимала о нем видео, когда делала формировочную обрезку кроны, обрезала ненужные веточки или укорачивала их. И за это время почти все побеги, которые я планировала пробудить, уже проснулись. Конечно, в верхней части молодые побеги лучше развиваются, чем в нижней, но это особенность всех фикусов. Они всегда стремятся наращивать в первую очередь макушку. На сегодня у меня запланирована работа с корнями. Удалю все вот эти тоненькие корешки. Они, мне кажется, не приносят пользы растению. Некоторые сухие, тоненькие. И за то время, что я выращиваю этот бонсай, они не утолщаются. В общем, для начала срезаю их ровненько со стволом. Теперь достаю из горшочка, вытряхиваю из старого грунта и пойдем в ванную. Я его хорошенько промою под теплой водой, потому что в плошке это делать неудобно. И хочу напомнить, что я свои фикусы регулярно мою под 40-градусной водой.
Вот какой изогнутый и аккуратненький стволик получился. Мне так больше нравится. Все вот эти воздушные корешки я убрала и плюс немножко укоротила всю корневую. Для фикуса таких размеров не нужно так много корней. И сейчас буду сажать в этот же горшочек, только на дно немножко насыплю керамзита. После пересадки все места срезов я обработала садовым бальзамом, пускай ранки быстрее заживают. Сейчас отправляю фикус обратно на южное окошко, к которому он уже привык, там ему будет легче справиться со стрессом после вмешательства в корневую. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Если видео было интересным, ставьте лайки и пишите комментарии.